Доброе утро! Морозное и доброе! Ребят, у нас минус 28, и я бегу на рыбалку. Все стоит колом. Мужики позвонили, говорят, нету живца. Анюта, давай, давай, топай на рыбалку. В общем, у нас, ну как, доброе утро-то, уже добрый день. Час дня, я пока машину разогрела. Я сегодня открыла сезон зимней воды. Вот тут такие у меня луночки. Тут у меня уже есть живец. Давайте посмотрим, что у нас клюет. Ой, пока что ничего. Так. О, а тут уже есть. Нет, сбежала. Рыбачу я на червя, на маленькую мормышку. Опускаем. Время уже к вечеру. Очень холодно. Руки замерзли. Но процесс сейчас будем смотреть. Процесс хороший. О, вот она. Вот он, живец. Сегодня очень продуктивно было. На удивление. Вот вторая уже вроде бы играет. Так, ну. Опускаем. Поднимаем, что... О, какая-то тяжелая, друзья. Да две! Вот это да! Смотрите, как продуктивно. Снимаем. Рыбка живет под аэратором. Сейчас я подготовлю 100-литровую бочку. 40 дней. В принципе, как бы рыбка при благоприятной температуре хорошо живет. Обмерзает, конечно. Но уже даже нет возможности обдирать. Смотрите, тут клюет. Видно? Круто, круто. Опа! Поднимаем. Опять пара. Вот тогда. Рыбка на камеру решила поклевать. Не было. Такого, ну, ни разу прямо не было. Так, кто-то держал точно за меня кулачки, за мою рыбалку. Так, поправляем обязательно червячок, чтобы цевьё было закрыто. Ну что, ныряй за хорошей рыбкой. Так, опускаем, опускаем, опускаем. Рыбачу со дна. Так, рыбачу со дна. Конечно, обязательно прикормила. Ой, так, вон, видите, как она клюет. Сейчас я это опущу. Там сорвалась у меня, не подсекла. Так. Опа. Кто у нас тут, наверное? А вот сейчас одна. Да, очень холодно, очень холодно. Написано, что минус 24 по ощущениям. Очень даже может быть и минус 24. Пора закругляться. На заключительные поклевки. Вот я решила сегодня вам отчитаться. Так, вот тут вот стоит одинарный крючок. Мормышка. Вот рыбка хорошенькая. Так, тут я рыбачу на черную зимнюю леску тоненькую. Все равно одеваю грузик на мормышку, потому что тут течение. Так. Ну что, друзья, кто там мне сегодня тут-вот-вот туда поплевал, да, хорошо, но клюет. Ай, сбежала рыбка. Сбежала. Так. На коленях стоять нельзя. Будет артрит. Меня уже сколько вы тут пальчиком грозите, а я все равно. Ну что, смотрим? Смотрите, как она кивает нам. Опа! Нет, не захотела. Рыбка. Так. Обмерзает уже вот тут вот все. Ну, в общем, эх, холодно. Так, что у нас тут клюет? Клюет, клюет. Опа. Давайте поднимаем, поднимаем, поднимаем. Вот она, рыбка наша. Вот она, наклевала наша рыбка.
Глубина большая, очень много ерша, настолько много ерша. Прям сегодня рыбалка не удается никак. О, да вообще вот парами, парами ерш идет. Ну, уху будем варить. Будем варить уху. Беленькой рыбки нету. Почти максимум десяток споймала. Ловлю на мормышку, заправлен червячком, крючочек у меня. У нас потепление, по-моему, тут кто-то сидит и даже не клюет. Конечно, вон такой маленький ёршик. Ай-яй. Ой, да заглотил так, я бы тебя отпустила. Что ж ты так заглатываешь? Ну, придется. Него вырывать. Так вот. Увы. Увы. Так. Рыбку эту не спасти. О, зашевелился у нас поплавочек. О, наверное, опять ёршик сбежал. Сейчас попробую повыше. Маленько. Может быть, не так будет брать. Ёрш. Посмотрим на поклевки, количество поклевок. И что? Ершовый день. Глубина. Пока достанешь эти 2-3 метра. Ой, эти 2 метра. Тяжело. Неудобно. Насоплил. Так, тут уже кто-то должен сидеть. Вот такой. О, видишь? И тут клюет, и тут клюет. Клев активный. Но не то, что хотелось бы. Не то, что хотелось бы. Так, рука грязная. О, смотри, смотри. Опа. О. Беленькая. Да, слушай, смотри, вот повыше поставила мормышку. Беленькая рыбка пошла. Так. Беленькая рыбка пошла. Так. Главное не сбить. Не сглазить. Пью-пью-пью. Светленькая рыбка, клюй. Клюй, светленькая рыбка. О, ура, светлая рыбка. Живец, ура, живец. Боги рыбьи меня услышали. И дай бог я сейчас наловлю светлую рыбочку. То, что мне нужно. От ерша, вот смотри, что творится. Что-то вот не хочет. А тут опять клюет. Опа, нет. Сход. Ждем. О, смотрите, вот это. Это вот это. Опа. Убежала. Руки замерзли. Так, тут у меня набрана водичка. Там будет рыбка в аэратор. Вон пересаживать. Ну, вот. Было чуть-чуть. Подразнить нужно. Сейчас маленько подразним. Кто к нам прибежит, да? Это вот в руке как раз. И вот это вот просыпается. Так, сейчас посмотрим. Вот эту буду поднимать. О! Опа.
Да, клев активный, активный. Но ёрш, хищная рыба, берет червяка. Очень интересуется червяком. О, хороша, хороша идет. Вот это сорога. Вот это сорога. Зверь-рыба. Зверь-рыба прямо. Это уже можно жарить на целую ладошку. Но я ее все равно пока сюда опущу. Так, сейчас поправим, спрячем червячка. Опускаем. Опускаем, опускаем. Тут что-то маленькое сидело. Ёршик, наверное, маленький. Так. Ну, загадывайте, на вот эту или на вот эту? На вот эту, на вот эту. Смотри, смотри, смотри. Ай. Ай, клюй, рыбка. Клюй хорошая. Во. Сейчас время 2 часа, может, к вечеру. У нас еще 2 часа светового дня. Может, что-то удастся наловить из живца. О, даже не шелохнет. Хороший. Хороший живец идет. Отличный. Под крупную щуку. Под крупную щуку. Вот, видите, под крупную щучку. И тут клюет в двух. Ну давай вот это, что она тут не хочет клевать у нас. Ну давай. Опа, еще белая рыбка. Я прям по поклевке чувствую, что белая рыбка идет. Работает белая мормышка. Вот, так что желтая не очень хочет. Там еще маленький у меня. Фосфорная наклейка. Вот. И, наверное, будет хорошо. Хорошо должно быть. Смотри, смотри, опять. Поднимаем. Вырвала. Так. Ну давай, клюй. Клюй, мормышка. Ой-ой-ой. Опа. Да, чуть-чуть выше надо было поднять. И вот отцепился от меня ёрш. Тьфу-тьфу-тьфу. Так, ну что? Ой, вот такая маленькая нырочка. Маленькая нырочка. Ну, там что-то играет, играет и никак не садится. Здесь более тонкая леска. Вот глубина. Одна работает, вторая вообще никак. Сейчас я руками сделаю тут ниже. Посмотрю. Буквально 2 сантиметра. Вот. Надо посмотреть, что с червячком у нас. Отлично. Отлично.
давайте еще выше поставим. Да что ж так, Эленырочка маленькая, прям совсем вот такая вот она, не заглатывает. С этой луночки я тебе в соседнюю поставлю. Тут маленько меньше глубина. Может быть, тут лучше будет клевать. Сейчас посмотрим. Так, поднимаем. Так, тут уже должно кто-то сидеть. А, видишь, никто не сел. Наблюдаем отсюда. Видишь как? О, и вторая меня тут начинает удочка. Сейчас будем смотреть, смотреть, что тут. Ага. О, проснулась. Я сейчас быстренько спрячу эту соседнюю удочку справа. Ну-ка смотрю. Опа. Эти. Пробовала, но не захотела. Пробовала, не захотела. У нас небольшая оттепель. Минус 8. И, наверное, живцу не очень хочется клевать. Все-таки, о, видите, просыпается, просыпается та удочка. Все-таки на мороз, когда я выходила позавчера на мороз, там вообще одна за одной. И вся беленькая рыбка, то, что мне нужно было. Вот, а тут сейчас вот две удочки возьму в ракурс. Ну, что теперь, с каждым днем все хуже и хуже, только может быть. Я чудес не ожидаю, что прям будет. О, кто-то есть? Ёршик, наверное, да? Ёршик шел, отцепился. Поднимем еще выше чуть-чуть. Вот стайка шла беленькой. И все, убежала. 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 Вот. Надо наловить живца срочно. Куда ж деваться? На дворе совсем поздний вечер. Я только докатила домой с рыбалки. Тут вот маленько блестит живец. Тут удочки, ой, это даже и не видно. И намороженный этот ёж. До самой ночи сегодня рыбачила живца. Сейчас буду пересаживать под аэратор. Здесь темная вода, речная. У нас хорошая светлая вода. Будем пересаживать рыбак. Пока набираю водичку отстойную. Наши рыбки щелкают, просят кислорода. Тороплюсь, тороплюсь. Мне надо 60 литров набрать. Будем их сажать в бочку.